Друзья, всем привет! Сейчас идет Великий пост, но я уверена, что и в пост можно есть вкусно и вкусно кормить свою семью. Поэтому сегодня покажу вам невероятно красивый, яркий постный салат, который я готовлю даже в обычные дни, даже по праздникам, потому что он просто потрясающий. Нам понадобится руккола, помидоры, можно еще взять сладкие болгарские перцы, сухой чеснок, грецкие орехи, уксус и оливковое масло. Помидорки нужно хорошо помыть и порезать на мелкие кусочки. И, как я уже сказала, для этого салата не обязательно использовать только помидоры. Вы можете взять абсолютно любые овощи, например, огурчики или сладкий болгарский перец. Или вообще добавить консервированную сахарную кукурузу. У меня в холодильнике ничего не нашлось, кроме помидорок, поэтому я использовала только их. Но даже с таким минимальным набором продуктов салат получается невероятно вкусным. Овощи нарезали, теперь готовим заправку. Нам нужно измельчить грецкие орехи. Для этого я использую вот такой вот блендер. Туда же к грецким орехам я сразу добавляю сухой чеснок, уксус и все оливковое масло. И измельчаю это все в крошку. Это примерно 30-40 секунд на максимальной скорости. Время зависит от мощности вашего блендера. Соль, перец я сюда не добавляю, но это зависит от ваших предпочтений. А теперь просто берем красивое блюдо или тарелку, или салатник, выкладываем туда зелень, я использую руккулу, она мне безумно нравится по вкусу. Дальше раскладываем сверху на зелень наши нарезанные помидорки или любые другие овощи и поливаем все это ореховой заправкой. Ну и теперь салат можно перемешать или оставить просто так и сразу подать на стол. Посмотрите, какой яркий, красивый, весенний салат у нас получился. Главное, что он на 100% постный, его можно есть даже сегодня, даже если вы поститесь или не поститесь, он вам точно понравится. Обязательно сохраняйте этот рецепт себе, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. И всем желаю приятного аппетита!